Здравствуйте, мастер. 22 ноября планируется онлайн-концерт «Медитация. Мистика звука». Расскажите, пожалуйста, какая идея стоит за этим концертом? Кто будет принимать участие и что это будет за концерт? «Мистика звука» — это само название уже говорит за себя. Дело в том, что большинство людей воспринимают музыку как какие-то песни. Но не все, допустим, привыкли слушать звук. А по сути, песня состоит из множества переливов звуков. То есть она состоит из вибраций, эта песня. И мы бы хотели выразить вот таким образом спонтанное излучение звукового ряда каких-то вибраций, которые связаны именно с более высокими, более глубокими, тонкими процессами, в спонтанности на этом концерте. Почему мистика? Потому что там, скорее всего, будут, я еще сам не знаю, что там будет, скорее всего, там будут эффекты, которые будут создавать образы определенные. И у людей появится возможность войти в состояние покоя, медитации и восприятия этих звуковых частот. То есть мы хотим, чтобы люди, которые будут слушать или присутствовать на этом концерте, образно говоря, онлайн или как там получится, чтобы они испытали некие переживания, связанные с их внутренним миром. И вот эти спонтанные композиции, которые будут похожи на мелодии отчасти или просто звучание, просто эффекты какие-то, они будут создавать образы внутри человека. Участие в этом будет принимать еще очень хороший музыкант, профессионал, который очень любит внутренний мир. Его зовут Дмитрий, он из группы Дела. Вот он там расшифровывается, вы можете посмотреть. Этот человек очень хорошо и глубоко чувствует звук, у него очень хорошее образное восприятие. И что мне очень нравится, он использует нестандартные формы мышления в музыке, образно говоря. То есть там нет каких-то шаблонов. Он такой очень спонтанный и на ходу все придумывает. То есть это интересно. Интересно то, как он применяет это все. У нас уже с ним были выступления, он выступал со своей супругой. И у нас был концерт в Москве, который, в общем-то, был полностью медитативным, где спонтанно использовались мантры, использовались какие-то тексты. На фоне этих текстов были переливы, звучания и спонтанные выражения вот этих вот идей. То есть музыка сочинялась прямо на ходу. Концерт-медитация — это тот формат, где люди могут медитировать. Как можно медитировать, когда очень такой активный звуковой ряд и достаточно много звуков, света и так далее? Как вы предлагаете это делать? Я предлагаю научиться слушать, потому что в основном люди думают. Ум их безудержный, он постоянно мечется, он создает, сравнивает. Если вы слушаете музыку, любой человек, который, допустим, может предоставить свою какую-то песню, должен быть готов к тому, что люди, которые в первый раз слышат его песню, скажут: «О, это похоже на то», или «Это похоже на ту группу», «О, я это уже слышал, на что-то это похоже». То есть человек не слышит музыку, он сразу сравнивает. Это ментальность. Так работает ум. А мы хотим предложить следующее. То, за что нельзя зацепиться, то, что, в принципе, вы просто будете слушать. Вы не знаете, что будет в следующий момент. Вы просто слушаете. Когда вокруг очень много шума, сосредоточиться очень легко, как бы это странным ни казалось. Когда очень много шума, у человека не остается ничего, кроме как просто спокойно наблюдать внутри себя, находясь. То есть это концентрация на самом себе. Это спонтанно происходит. Я не говорю о том, что мы будем создавать много шума. Но шум будет. Но он будет таким, чтобы вы научились чувствовать, чтобы вы научились слушать. Слышать и слушать. А не придумывать себе что-то, на что это похоже. Когда есть песня в каком-то стиле, у человека есть уже стереотип. И он говорит: «О, это красивая музыка, потому что мне она нравится, я уже это когда-то слышал, это мне нравится». А в
в звучании постоянном, либо прерывистом, либо в каком-то другом, которое вы никогда не слышали, используя тем более эффекты, вам сложно будет для себя понять, слышали вы это раньше или нет, вы будете это слушать. Ну и за этим стоит идея, конечно. Помимо излучения звука есть еще энергия. Энергия, которая, в общем-то, творит этот звук, творит этот мир. Все это вместе может дать определенное переживание. Спасибо, мастер. С нетерпением ждем концерта.